Попросили Александра Николаевича на нас не обижаться, чуть-чуть его поправим. Сегодня мы даем доходное место Александру Николаевичу Антропову, которого творчество, которое мы знаем и любим. Попрошу кого-нибудь, а то Жадов смеется. Кто? Жадов. Жадов? Да сам-то он, что такое Жадов? Ученый. Ничтожество, вот он кто. Жадов. Да, Амнит-то как о себе, Аким Акимыч. Да, высоко летает, скоро сядет. Ведь живет на всем готовом, а грубит, вольнодумствует. Аристарх Владимирович, хоть и родственник ему, да кто ж такое станет переносить? Эх, да другой бы на его месте стал бы сапоги чистить, Аристарху Владимировичу. А он его огорчает. Я тебе так скажу, это все гордость и рассуждение. Вот. Да какое рассуждение, Аким Акимович? Я никогда ни о чем. Ну еще бы, ты-то. Ну что, сказал, чтоб переписал? А меня... Сказал. Давайте, идите попарьтесь, да скоро ехать. Сейчас. Да, и барыню позови, пусть квасу принесет. Хорошо. Ты меч. Эй, Анна Павловна. Добрый, добрый. Я купил вам этот дом, построил дачу. За что вы так относитесь ко мне? Слушайте, ваша холодность сводит меня с ума. За потраченные на все казенные деньги я готов подлежать ответственности. Не делайте меня участницей ваших бесчестных поступков. Не оправдывайте их любовью ко мне. Не хочу отвечать за ваше поведение. Поведение? Ради вашей любви ко мне я готов пойти на преступление. Аристарх Владимирович, я не могу притворяться. Но ведь я вас люблю. Ну,
Ой, я не могу притворяться, Аристарх Владимирович. Я люблю вас. Не унижайтесь, пожалуйста. Вы, по-моему, одевайтесь, пожалуйста. Пожалуйста, одевайтесь, Аристарх Владимирович. Это Аким Акимович. Аким Акимович, мне бы стало начальником. С чего это вдруг-то стало начальником тебе? А у меня теперь невеста есть. Отлично образованная. Только без места нельзя, кто ж отдаст? Чего ж не покажешь-то невесту? Хоть нынче же. Хоть прямо сейчас, как бы вместо родственника. Ну ладно. А вместе я доложу, мы подумаем. Дядюшка занят? Занят. Мне очень нужно его видеть. Можно и подождать, у него дел побольше, чем у вас. А почем вы знаете мои дела? Какие у вас дела? Так, вздор какой-нибудь. С вами лучше вообще не говорить, Аким Акимыч. Вы всегда на грубость напрашиваетесь. Нет, вот каков, а? Да, Аким Акимыч, может, повторим? Повторим. Василий Николаевич, по пальцам желаете? Покорно благодарю. Ну, как знаете. Брезгует, зараза. Василий, как я рада тебя видеть. Здравствуйте, тетушка. Здравствуй. Пойдемте, я вам новость скажу. Что за новость? Я жениться хочу. Не рано ли? Влюблен, тетушка, эх, влюблен. И что, она богата? Нет, у нее ничего нет. А чем вы жить-то будете? Тетушка, ну а голова? А руки-то мне на что? Неужели мне весь век жить за чужой счет? Вот дядя советует сначала построить дом, завести лошадей, а потом уж завести и жену. Но нет, 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 я так не хочу. Понимаете, я полюбил девушку. Неужели я должен отказаться от счастья только из-за того, что у нее нет состояния? Ну, на тебя можно положиться. Но твоя жена, молодая женщина, ей трудно будет перенести наш дом? Это правда. Но я сам буду ее воспитывать. Она еще совсем ребенок. Одно меня беспокоит. Твоя нетерпимость. Ну, ты постоянно наживаешь себе врагов. Разве нетерпимость недостаток? Разве лучше равнодушно смотреть на всех этих мерзких Юсовых, Белобубовых и на все те мерзости, которые кругом тебя делают? Но нетерпимость, знаю по опыту, она неудобна в жизни. Тетушка, как вы думаете, откажет мне дядюшка или нет? Понимаете? Я хочу попросить прибавку жалования. Мне бы сейчас очень кстати. Ну, не знаю. Попроси. Сейчас. А Аристарх Владимирович, вам жадно? Зря Василий Николаевич отказались. Бар больно хороший. Да. Усталость как рукой снимет. А я не устал. Ну, наше дело предложить было. А ты, Акимыч, можешь что сделать? А я смотрю, ты все ленишься. На службу ходишь, а это? А делать нечего. О, дело-то не дают. Как не дают? Мало у нас дела, что ли, на службу? Переписывать-то? Ха. Ну уж нет, я слуга покорный. Все это у вас есть чиновнички поспособнее меня. Все еще не уходился, мой милый, все проповеди читаешь. А как я могу молчать, когда на каждом шагу вижу мерзости. Нет, я еще не потерял веру в человека. Я думаю, что мои слова произведут на них действие. Они уже произвели. Ты стал посмешищем всей канцелярии. Не пойму, что смешного в моих словах? Да все! Каждый писарь лучше тебя знает жизнь. Знает, что лучше быть сытым, чем голодным философом. А твои слова кажутся им просто глупостью. А мне кажется, что они знают только то, что взятками быть выгоднее, чем честными людьми. Глупо, мой милый. Дерзко и глупо. Дядюшка, позвольте, вот для чего же тогда нас учили? Для чего же бы нас развивали такие понятия, которых просто слух нельзя выговорить без того, чтобы вы не обвинили в глупости или дерзости? Я не знаю, кто вас там чему учил, но мой тебе совет. Занимайся своим делом и уважай старших, а не болтай всякие рестор. Правильно? Правильно, правильно, да. Правильно. Дядюшка? Да. Я получаю очень мало жалования. Мне попросту нечем жить. Теперь есть вакансия. Позвольте мне занять ее. Я женюсь, понимаете?
для этого места мне нужно не женатого, а способного человека. Я по совести не могу дать тебе больше жалоб. Во-первых, ты его не стоишь. А во-вторых, ты мой родственник. Сочту ты семейственностью. Как вам угодно. Что ж, буду жить такие средства, какие имеют. Вот что я тебе еще скажу, дорогой ты мой. Мне твой разговор не нравится. Выражение твои риски и не почти к нему. Только ты не подумай, что я считаю их для себя оскорблением. Я просто считаю их глупыми. Поэтому все наши отношения с тобой, кроме родственных, будут считать совершенно конченными. Тогда я перейду в другое место. А уж это изволь. Хорошо. Сегодня же интересно. Так, а я поехал в Белегорск, и мне там выезжает Юленька, я с вами говорить хочу. Вы знаете, что у меня доходов ниоткуда нет никаких, одна пенсия. Я себе во всем отказываю.
Поворачиваюсь как вор на ярмарке. Все это делается для того, дорогая моя, чтобы выдать вас замуж. С рук сбыть. Если не хотите или не умеете найти себе жениха, ваше дело. Больше я себя для вас обрывать да обрезывать не намерена. Маменька, да мы давно все это слышали. Скажите, в чем дело? Ты молчи. Тебе Бог за глупое счастье дал, так ты и молчи. Кабы не дурак этот твой, Жадов. Тихо. Век бы тебе, девка, сидеть горе мыкать. Вот нельзя сказать, что ты его приворожила. Никто его за веревку не тянул, сам в петлю лезет. Так ему и надо. А Юленька у нас девушка умная, должна своим умом себе счастье составить. Позвольте узнать, будет ли от вашего белогубого толка или нет. Я маменька не знаю. А кто знает? Я посторонних молодых людей в дом не принимаю, я принимаю только женихов. Я свою репутацию берегу, да и вас тоже. Ну что же мне делать? Делать, что приказано. Вы помните одно, вам в девках оставаться нельзя. Я, маменька, делала все, что вы приказывали. Ну и что ж ты делала? Когда он пришел к нам в первый раз, я ему сделала глазки. А он как-то странно сжимал губы, облизывался. Мне кажется, он так глуп, что ничего не понял. Уж я там ваших этих наук не понимаю. Но вижу, что он почтителен, а значит, далеко пойдет, я сразу поняла. Во второй раз я ему стихи читала. Любовные. Он, кажется, тоже ничего не понял. Ну? Ну, аж третий раз я ему записку написала. А что он? А он пришел и говорит: мое сердце никогда от вас не отвращалось, а всегда было, есть и будет. Как получил, говорит, место столоначальника, так буду вашей маменьке слезно просить руки ваши. А скоро это будет? Говоришь, что скоро. Ой, выйти замуж для девушки великое дело. Вы это после поймете. А как выйдете, вот вам мой совет. Мужьям по тачке не давайте. Так поминутно и точите их, чтоб деньги добывали. А то обленитесь, потом сами плакать будете. Ясно? Маменька, там кто-то приехал. Так, девочки. С ним еще кто-то. По местам. Юленька раскрутит. Здравствуйте, Филисад Герасимовна. Здравствуйте. А вот мой начальник и благодетель Аким Акимыч Юсов. Все-таки лучше, Филисад Герасимовна, когда начальство. Милости просим. Садиться покорно просим. Вот, рекомендую вам две моих дочери. Юленька и Полина. Совершенные дети. Ни о чем понятия не имеют. Вот им бы еще в куклы играть. Не то чтобы замуж выходить. И жаль оставаться, а нечего делать. Да, это уж закон судеб, что предначертано от века, то человек изменить не может. Я вам правду скажу, Аким Акимыч, они у меня в строгости воспитываются. Я люблю детей, Аким Акимыч, но строга, очень строга. Да. Поленька, распорядись чаем. А, сейчас, маменька. Да я и сам строг. Белогубов? Да? Я строг? Строги, Аким Акимыч. Вот, смотрите, у меня жилетка новая. Нет, другой. Выпал Африка. Как любят друг друга. Ну, трогательно смотри. Одного не хватает молодому человеку. Да? Места, говорит, нет хорошего. Не могу, говорит, обеспечить жену всем необходимым. Как бы, говорит, сделали столоначальником, я бы мог жену содержать. А ведь жаль, Аким Акимыч, такой прекрасный молодой человек. Так влюблен. Однако вы должны знать, скоро ли он получит место. Может, это даже от вас зависит. Так тут я за него просительница. Скоро получит. Я уж об нем докладывал нашему генералу. А генерал у меня вот где. Весь в моих руках, что скажу, то и сделает. Так что мы его сделаем столоначальником. Да. Вы знаете, ведь как-то простым людям больше сердца лежит, да? Вот выведешь такого человека в люди, он тебе потом всю жизнь будет благодарен. Вот Белогубов. Ведь грамоты не знает.
А я его люблю, как родного сына, потому что в нем чувства есть. Вот. Есть. Ну а вот другой ваш жених, он ведь тоже под начальством у меня, так я могу судить. Что такое? Неблагонадежен. Да растолкуйте мне, ну что ж такое, ну отчего не мод, не пьяница, к службе не ленит. Да, но неблагонадежен. Ну растолкуйте, я же мать. Смотрите, имеет такого человека родственником. Аристарх Владимирович Вышневский. Знаю. Ну вот уж можно сказать, особо так особо. А он оказывает непочтение перед начальством групп, да. Высокомерие сверх границ, да. Мысли такие, что развращают юношество, к тому же вольнодумство. Ведь начальство должно строго смотреть. Знаю. Ну а коли знаете, так сами можете рассудить. Элисат Герасимовна, какие времена настали, а? Ведь житья никакого нет, а? От кого? От мальчишек, от дряни. Сотнями их выпускают. Скоро заполонят нас совсем. Эх, Акимыч. Женится, переменится. Да? Буду, конечно. Все эти глупости в нем, я думаю, происходят от холостой жизни. Вот как женится, да мы на него насядем. Так и с дядей помирится, и служить будет хорошо. Ну, коли он переменится, так и начальство к нему переменится. Василий Николаевич! Василий Николаевич, милости просим! Милости просим! Полиночка совсем заждалась. Забыла-то, соскучилась, совсем все глаза проглядела. За что же это она вас так любит, скажите вы мне? Здравствуйте, Александр Герасимович. Аким Акимыч, а вы каким образом? А, Аким Акимыч, это так добры, что пекутся о своих подчиненных. Ох, покорную благодарю. А впрочем, напрасно спокойно. Да я, Филисад Герасимовна, все больше насчет Белогубова. Не говорите, Аким Акимыч, вот вы сами женатый человек, а я сейчас увидела, как вы стараетесь подготовить молодежь к семейной жизни. Маменька, чай готов. Василий Николаевич, ну не стыдно ли вам заставлять так страдать? Виноват. Я ведь ждала, ждала вас. Виноват, простите. Пойдем. Отведаем чаю. А чаю отведаем, Аким Акимыч. Как я вижу, вы все меня обманываете. Отчего я вас смею вас обманывать? Чего вы это решили? Мужчина, верить ни в чем нельзя. Решите меня ни в чем. Отчего? Не понимали. Не хотите? Я вас могу заверить чем угодно, что я как был влюблен, так и теперь. Не знаю, надо еще на полочку. Обедлите! Я не могу так скоро. Почему? Это такое дело, ну не могу. Почему? Скоро нельзя. А почему Жадову можно? У него дядя богатый, да и сам он образованный человек. Везде может место иметь. Я что, необразованный, пока не дадут место столоначальника? Ничего не могу. Да и вы сами не захотите щедокашу кушать. А вот дадут место столоначальника, другой разговор будет. Когда этот разговор будет? Скоро, обещали. Пожалуйте ручку. Скоро, сам не дождусь. А знаете, что я вам скажу? Нет, не знаю. Только вы маменьке, пожалуйста, ничего не говорите. Не скажу. Будьте покойны. Нет, я вам ничего не скажу. А вдруг вы меня разлюбите? Да уж не разлюблю, поверьте. Не смотрите же. У нас в доме все обман, все-все, решительно все. Вы, пожалуйста, ничему не верьте, что вам говорят. Маменька нас совсем не любит. Ей бы поскорее с рук нас был. Жениха в глаза льстит, а за глаза ругает. Ну, а заставляет притворяться. Вас это возмущает, что ли? Ну, я же не притворяюсь. Я в самом деле вас люблю. Ах, вы меня с ума сведете. А вот еще что. Мы же ведь совсем не образованы. Это Юлька еще хоть что-то знает. А я и вовсе дурочка. Ну как дурочка? Ну вот так. Ничего не знаю, ничего не читала. А что вы говорите, иногда ничего не понимаю. Решительно ничего. Полина, вы просто ангел. Вас надо поскорее взять отсюда. Я с любовью займусь вашим воспитанием. Ах, какое же наслаждение ожидает меня. Да поскорее бы. Что ж откладывать? Я уж решился. А у вас есть знакомые купцы? А что за вопрос? На что вам? Ну так, мне просто хочется знать. Нет, я не могу понять, из-за чего вам это?
Пока ничего. Вот у Белокубова есть знакомые купцы. Они привозят ему такие расшитые красивые жилетки и будут дарить материи для его жены на платье. Ах, вот оно что. Ну нет, Полина, мы с вами будем сами трудиться, сами. Представляете, все, что мы приобретем, будет наше. И мы уж никому, ну ничем не будем обязаны. Это же лучше всяких подарков. Так вот, Полина, ведь лучше. Ну да, лучше. Хотите, я вам загадку загадаю? Загадайте. А что, идет без ног? Дайте подумать. Знаю. Дождик. Ну нет, вы правы все знаете. Я вот не могла разгадать. Юля сказала. Дитя, оставайтесь всегда таким ребенком. А можно на небе звезды здесь? Можно. Нет, нет, неправда. Тебе должен быть нельзя. Я вам не поверю. Да нечего это лиц считать, Полина. Они уж давно посчитаны. Вы надо мной смеетесь. Мне смеяться над вами? Полина, да я всю жизнь хочу посвятить вам. Без средств, без состояния, с одними надеждами на будущее. Я женюсь на вас, Полина. Зачем ты женишься, говорят мне? Да как зачем? За тем, что я люблю вас. За тем, что верю в людей. Да я сама вас люблю! Да. Маменька! Фелисата Герасимовна, да. Отдайте мне это сокровище! Ой! Растить дочерей неблагодарное дело! Вот вырастешь, взлелеешь подле себя, потом отдай чужому человеку! Признаюсь, мне жаль с ней расстаться, это моя любимая дочь! Ну, бог с ней, берите ее, счастье для меня дороже. Правильно? Я предлагаю это отметить, отметить. Пошли. Пойдем. Здорово, Жадов! Привет, Мыкин! А я вот иду мимо, смотрю, знакомая фигура в окне. Дай-ка, думаю, зайду. Ну, как поживаешь? Плохо, брат, плохо. Ты-то как? Да ничего, учительствую понемножку. Чего, извольте-с? Сельтерской. 7 минут-с. Получаешь-то много? 200 рублей. Хватает? Ну, лишних затей не завожу, но на жизнь хватает. Это да. Холостому жить можно. Да и тебе не надо было жениться. Как говорят, одна голова не бедна. Ну, а если бедна, так она одна. Ну да, да ладно, чего уж теперь. Дело сделано. Ну ты-то свою жену-то хоть любишь? Представь себе, безумно. Ну, скажи мне честно, как живешь-то? Я ж тебя год не видел. Честно говоришь, ну что ж, изволь. Женился по любви, девушку взял неразвитую, воспитанную, как сказать, в общественных предрассудках. Ну, в принципе, как и все наши барышни. Вот вздумалось мне воспитать ее в наших убеждениях. И вот я уж целый год. И что же? Представь себе, ничего, абсолютно ничего. Она меня даже слушать не хочет и вообще не считает за умного человека. По ее понятию, умный человек должен быть непременно богат. Вот оно что. Ну да. О, спасибо, брат. Гарсон жизни! Какой? Рябиновый. Отличный. Ну а как со средствами? Работаю с утра до ночи. И все не хватает? Да нет, жить можно, знаешь. Ну а жена? Дуется, иногда плачет. Да, братец, жаль не тебе. Нет, нам жениться нельзя. Я сам был год без места, на одном черном хлебе. Ну, а с женой бы, что бы я делал? Ладно, меня ученик ждет. Как-нибудь тебе забегу еще. Не помешаю? Да нет. Скучно здесь.
Это да. У меня к вам предложение. Какое? Поедемте в Марьину рощу. А это еще зачем? Как? О, нет, мне нельзя. А чего же? Что у вас, семья? Детей нянчить надо? Ну, детей не нянчить, а жена дома дожидается. Вы что, вы давно с ней не виделись? Ну, как давно? Сегодня утром. Ха, это как недавно, я думал, дня 2-3 не виделись. А что вы на меня так смотрите? Да вот никак не могу понять, вот что вы за человек? Я? Ну, во-первых, я человек веселый. Во-вторых, замечательный юрист. Жалование платят небольшое. А взяток не беру. Душа не позволяет. И как выкручиваетесь? Взялся за адвокатство. Слезные прошения купцам пишу. Начинал с простых. Напишешь на листок, принесешь ему. А он, ну что ты написал? Не мог поменьше накалякать. Писак, вот тебе на водку и пшел вон. И такое зло меня взяло. Стал писать по их заказу. Надо, к примеру, вексель предоставить взыскать. И дело-то на 10 строк. А я раскатаю на 4-5 листа. Они читают, аж плачут. И в поезде кланяются. Возьмешь с них кучу денег. Насмеешься. И в Марьину рощу. В рощу! К Марье! Так-то, брат! А звать-то тебя как? Василий. Вася, тезка, выпьем. Благодарю, я не пью. Нет. Нет. Жаль. Я вижу, ты человек хороший. Так не поедешь со мной? Не поеду, нет. Ну, извини. Рад был знакомству. Что-то я захмелел. Хочу дать тебе совет. Вот если запьешь, так ты вина не пей. Пей водку. Я человек пропащий. А ты человек хороший. Постарайся быть лучше меня. Ну, коли сможешь. Прощай. Угощай давай, угощай. Ну, прикажете шампанского? Ой, ну его к бесам, это шампанское у него от него изжога. Это верно. Тогда Рейн-Рейну. О, а? давай. Василий! Рейн-Рейну сюда, Рейну. О, Василий Николаевич, здравствуй. Присядь с нами за компанию. Выпьем. Благодарю, я не пью. Ну, одну рюмочку. По-родственному. Не буду. Ну, как знаешь. Василий, так, Василий, где ты там? Давай уже. О. Так. Оп. А? Ну, господа. Ладно. Ну, сами. Давай. Господа, выпьемте. Выпьемте. В этой голове, в этом лбу всегда видел толк. За Белогубова! Ну, здоровье. Эх! О. Дай поцелую. Молодец! А я, Вадимович, позвольте, все вам благодарен. А, ладно. Василий Николаевич, ну, важьте, ну, выпьем. Я вам сказал, что не пью. Ну, Василий Николаевич, нехорошо обижаешь. Слушай, оставь его. Я не буду пить. Оставь его, иди сюда. Как знаешь. Поесть.
О, господа, еще по одной. Давай. Ты что-то нынче разгулялся, должно быть, ловко хватил-то, а? А, попало-таки. Зацепил, должно быть. Вот они! О, я тебя знаю, у тебя рука-то не сфальшивит, точно. Макимович, вот погроб жизни обязан. Отец для сына того сделает, что вы для меня сделали, Аким Акимыч. Белогубов! Люблю тебя, знаешь, за что? Ты чувствовать можешь, тебе душа есть, ты человек благородный. А другие, между прочим, не могут чувствовать. Так, этого мало. Василий, еще бутылку. Ну, будет уже, будет. Ну, Аким Акимыч, благодетель, уважьте. Нет, будет. Да не, ну благодетель, ну уважьте. Вот так уж, вспомнил, что хотел. Может, вот помните, в прошлый раз прошлись под машину? Куда? Ну, под машину, по улице мостовой. Ишь, ты что вздумал? Нет. Ну, Аким Акимыч. Нет. Так уж, чтобы на всю жизнь запомнил. Ну, Аким Акимыч. Ну, ладно, изволь, но только ради тебя. Только ради тебя. Ну, понял? Аким Акимыч, изволите пустить. Слушай, вот этот, я его не люблю. Ну, знаешь, еще подумает что-нибудь, ну, а? Аким Акимыч, сейчас все. Все будет. Ну, Василий Николаевич, ну неудобно Аким Акимычу. А чего ж тут неудобного-то? А потанцевать человек хочет? Танцуйте сколько угодно, я вам не мешаю. Вот, это правильно. Аким Акимыч, он с нами по-родственному. О, велите пустить. Пускай. Аким Акимович, а примите от меня подарок. Да? Какой подарок? А, вон идет. Идет? Тихо. Аким Акимович, это ваше. Белогубов. Ой, ты родной, ты мой. Эй, вот человек, ты человек. За что я уважаю? Аким Акимович, заехали бы к нам-нибудь. Вот. Мы с женой люди молодые, посоветовали, как нам жить. Заеду обязательно, и сейчас домой, баиньки. Да, Аким Акимыч. Ить, она ж подёрнушку придёт, да и тут цвета бывает. А это что за человек? И сегодня-завтра под красную шапку угодить. Не морайте вам никак. Василий Николаевич, ну хватит этого, давайте жить по-родственному. Нет, Анисим, нельзя нам с вами по-родственному. А чего? Не пара мы и все тут, не пара. Ну кому какая судьба? Я человек богатый, а вы человек бедный. Ну, примите, сколько могу, братец. Ну. Да с чего вы вздумали предлагать мне деньги? Братец, мне долг велит помогать. Какой я вам братец? Оставьте меня! Ну, как знаете, предлагала чистого сердца. Только жаль смотреть на вас и жену вашу. Ну, не хотите, как хотите. Прощайте! Ой, как же вы меня... Все достали!
Давайте еще на картах погадать, что ли? Точно, погадаю-ка ли я на новую шляпку? Будет ли у меня новая шляпка? Будет, не будет, будет, не будет, будет, не будет. Будет, будет, будет. У меня будет новая шляпка. Здравствуй, сестрица. Привет. Какая же ты красивая. Да. Я теперь сама себе все покупаю. Самое лучшее и модное. Из-за границы. Счастливая ты, Юлька. Я-то счастлива. А ты? Как ты живешь? Ужасно. Нынче у всех принято жить в роскоши. Но я же не виновата. Я теперь совсем другая стала. Хозяйством я не занимаюсь. Считаю низким. Всем пренебрегаю, кроме моды. Ты мне скажи, почему твой муж тебя к нам не пускает? Да говорит, дом сиди, работай. Кошмар! Вроде умный человек, а жизни не знает. Он должен знать, что человек создан для общества. Как ты сказала? Человек создан для общества. Это нынче всем известно. Хорошо, я им так скажу. Ты бы поссорилась с ним, что ли? Да пробовала. Всегда выходит, он прав, я виновата. Он что, не любит тебя? Да нет, очень любит. А ты его? И я его люблю. Ну так ты сама виновата. Раз ты из мужиков ничего не сделаешь. Ты к нему ластишься, он и сидит сложа руки, ни о чем не думает. Но он же много работает. А толку в его работе? Вот он, мой, работает мало, а посмотри, как мы живем. Анисим настоящий хозяин. Его у нас только нет. А твой что? Ведь больно смотреть, как вы живете. Юленька, ну он же говорит, сиди дома, работай. Не завидуй другим, будем и мы жить хорошо. Когда это будет? Состаришься, пока дождешься. Юлька, ну что делать-то? Скажи, что не любишь его, вот и все. Или вот еще лучше. Скажи, что тебе надоела такая жизнь, что ты больше так жить не хочешь и переедешь к матери. И чтобы он забыл про тебя, мамашу я предупрежу. Хорошо. Я тебе, Полина, привезла. А то твоя уж нехороша. Какая прелесть! Спасибо, сестрица. Вот я теперь мужа подразню. Скажу, посторонние подарили, а ты не догадался. Мы тебя теперь будем поддерживать. Только не слушай своего мужа и растолкуй ему хорошенько, что ты его даром любить не будешь. Обеспечь меня, чтобы я блистала в обществе. Тогда я тебя и стану любить. Дядю пусть попросит, чтобы ему дали такое доходное место, как и моему. Поняла? Да поняла, поняла я. Вот тебе денег. Как что понадобится, так лучше без мужа своего войти. Спасибо, сестрица. Но только муж рассердится. Велика важность от родных, не от чужих. Что же, по его милости голодный сидеть? Прощай, Полина. Прощай, сестрица. Вот ты умная, а я дура, дурой. Новая шляпка, новая шляпка. Все прыгаешь. Маменька. Маменька. Скажу тебе честно, не хотела и приходить к тебе. Отчего же? А бедность. Несчастье, видеть этого не могу. Противно мне, сударыня моя, бывать у вас. Ну я-то в чем виновата? Бывают же такие мерзавцы на свете. Нет, я его не виню. Я на него никогда не рассчитывала. Ты что молчишь?
Я тебе говорила, точи мужа поминутно, и день, и ночь. Давай денег, где хочешь возьми, отдавай. Умел жениться, умей и содержать прилично. Маменька, ну у меня в характере строгости да ты скажи, не хватает. Что у тебя в характере дури много и баловства. Обрадовалась, что вышла замуж. Ворона. Я знаю, что я глупа, но он меня приласкает, а я ведь и рада. Походи. Насядем на него вдвоем поддаться. Главное не баловать и глупости его не слушать. Он свое, ты свое, стой, не умри, не уступать. Ну. Ага. А, мамочка, друзья, а? Попробую. Считает себя умнее всех. Мы, говорит, не хотим брать взятки. Мы, говорит, хотим жить одним жалованием. Да так жизни вообще никакой не будет. Ну кого тогда дочерей-то отдавать? Это род человеческий прекратится мужем. Взятка, вот взятка мне нравится. Слово выдумали, взятка. Что за слово-то? Чтобы обижать добрых людей. Не взятка, а благодарность. От благодарности отказываться грех, нужно обидеть человека. Вот что нужно женщине? Женщине нужно, чтобы она одета была всегда хорошо, чтобы прислуга была, чтобы она была свободна от всяческих обязательных забот. Вот это хоть бы тоже недельку так пожить. Твоим мужем дождешь, скажу. Ну его, маменька, хорошенько. Хорошо, хорошо. А то мне право завидно. Юлька все в новом платье, а я все в одном да в одном. О, он идет. Здравствуйте, Фелисата Герасимовна. Ой, заработался совсем, устал. А ты, Полина, все бездельничаешь? Она у меня к работе не приучена. Да. Плохо, плохо, плохо. Не привыкать ей незачем. Я ее не в горничной готовила, а замуж за благородного человека. Нет, нет, мы с вами разных мнений, Фелисата Герасимовна. Но я хочу, чтобы Полина слушалась меня. Хотите сделать из нее домработницу, так такую все под пару искали. А мы, люди не таких понятий в жизни, в нас благородство врожденное. Да какое благородство? О чем вы говорите? Фанфаронство пустое и все тут. Да если б я знала, какую она нищенскую жизнь будет вести, да никогда б не отдала за вас. Да вы ей только не втолковываете, что она несчастная женщина. Она счастливая. Да другая в моем месте не знаю, что сделала бы. Полина, перестань дурачиться. А тебе все дурачиться. Не любишь, когда тебе правду говорят. Какую правду? О, маменька лгать не станет. Порядочные мужья не заставляют жен работать. Для этого у них прислуга есть. А жена только для этого, чтобы... Для чего? А ты не знаешь, для чего. Для того, чтобы одевать как нельзя лучше. Вывозить в люди. Любоваться на нее. Исполнять каждую прихоть, доставать все наслаждения. Стыдитесь, Фелисата Герасимовна. Вы пожилая женщина. Божия до преклонного возраста. Вырастили дочерей, а не знаете, для чего человеку жена дана. Ну не стыдно ли вам? Да жена не игрушка, а помощница мужу. Вы дурная мать. Убавьте нас от своего посещения. Сейчас же. Да не гони, сама уйду. Да ноги моей не будет в вашем доме. Каков муж-то у тебя, а? Да? Плачь, несчастная жертва. Торжествуй, паяц. Ты свое дело сделал. Обольстил, погубил. Маменька, прощайте. Чтоб я ее здесь больше не видел. И ты к ней не ходи. В конце концов, забудь про Белогубовых. А мне из-за тебя всю семью бросить? Не из-за меня, а для себя. Я тебя добру учу, а эти развращаю. Поздно учить. Ученая я! Да пойми ты, наконец. У меня сейчас много работы. Будет меньше, мы с тобой займемся. По вечерам будем читать книги. Да не буду я ничего читать. Ну что за веселье? Человек создан для общества. Чего-чего? Да, человек создан для общества. Откуда это у тебя? А ты меня за дуру считаешь? Полина, да пойми, что для общества нужно себя подготовить, образовать для начала. О, да ничего для этого не нужно. Нужно вот только одеваться по моде, и все.
Полина, это еще что? Шляпка. Сестрица подарила. Шляпку? Хороша. Говоришь, страмишь ты всю нашу фамилию. В чем ты ходишь? Верни ее сейчас же назад. И не смей от них вообще ничего брать. Ну уж нет. Этому не бывать. Тогда выкинь ее в окно. Хорошо. Я верну. Верни, верни. Проверю. Верну. Прощайте. Ну что за вздор? Простимся навсегда. Да что за глупости, Полина? Да, я ухожу жить к маменьке. И вообще, я давно все обдумала. Это не жизнь, это мучение. Радости здесь никакой. Да как тебе не стыдно такое говорить? Неужели ты со мной не видела радости? Ах, и здесь радости. Вот был бы ты богат, другое дело. А в нищете я больше жить не хочу. Нет. Нет, ты меня не любишь. А за что тебя любить? Очень нужно даром-то любить. Даром? Да. Как даром? За любовь я тебе плачу любовью. Ты ведь жена моя. Как же? Не дождешься? Полина, это гадко, наконец. Гадко и безнравственно. А что здесь такого? Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Ой, да что ты несешь? Вот шляпка-то, шляпка. На улицу выйти не стыдно. Вот кто-нибудь заметит и скажет, ну какая же она хорошенькая. Да, прощайте. Полина, стой! Постой, постой. Ну что мне для тебя сделать? Пойди к дяде, да помирись. И попроси такого же доходного места, как у Белогубова. Нет, Полина, послушай меня, послушай для начала, послушай. Послушай, я хочу тебе кое-что сказать. Понимаешь, Полина, всегда, во все времена были люди, они теперь есть, которые идут наперекор устаревшим общественным привычкам и условиям. Правила, которые они знают, лучше и честнее тех правил, по которым живет само общество, понимаешь? Они воспитались на этих правилах и хотят привести их в жизнь. Да, это нелегко. Борьба трудна и часто пагубна. Общественные пороки крепки и сильны, но тем больше слабы для избранных. Потому что без них бы ложь, зло и насилие выросли бы до того, что закрыли бы от людей свет солнечный. Ты сумасшедший! У меня и так ума немного, а с тобой последние потеряли. Да ты послушай меня! Да не буду я тебя слушать, я буду слушать лучше умных людей. И кого же? Покажи мне, кто эти умные люди? Это сестрица Белогубов. И ты посмела сравнить меня с Белогубовым? А что здесь такого? Он лучше тебя, у начальства он в уважении, жену любит. Он отличный хозяин, у него есть лошади. А ты что, только хвастаться, я умный, я благородный. А все остальные дураки, все взяточники. Ой, ну что за тон у тебя, что за тон? Опять ругаться? Ну все, нет, прощайте. Стой. Погоди. Ты же знаешь, что я люблю тебя. Что мне для тебя сделать? Пойди к дяде и помирись. А если не пойду к дяде, ты что, уйдешь от меня? Уйду. Совсем уйдешь? Да, совсем. А ведь знаешь что, Полина? А ведь хорошо, когда хорошенькая жена хорошо одета. Хорошо? Хорошо. Да, и хорошо с ней выехать в хорошем экипаже. Хорошо? Хорошо, хорошо. Ведь молодую, хорошенькую жену надо любить. Надо лелеять, надо ее одевать. Да, да, да! Ах, прощайте, юношеские мечты мои, эх! Прощай, моя честная будущность! Ах. Да ты что-то... Ничего, что ничего, с тобой? Ничего, что ничего! Что с тобой? Ничего, ничего, все легко на свете! Это легко сделать! Это я сделаю! Целую неделю буду работать, а с пятницы на субботу собирать разных... Белорусских...
тусовок и пьянствует на наворованные деньги. Да, да ты что-то нехорошее говоришь! Буду петь песни! Помнишь вот эту? Бери, бери большой, тут нет науки! Бери, что можешь только взять! На что ж привешены нам руки, как не то, что брать, брать, брать! Хорошо, песенка, а? Что с тобой случилось? Где костюм? Пойдем! Дядюшки, просить доходного места! Нечего себе! Ищите доходного места! Милостивая государыня Анна Павловна, извините меня, если мое письмо вам не понравится. Я слышал, что вы смеетесь надо мной и показываете посторонним мои письма, писанные в порыве страсти. Вы должны знать, что такое поведение компрометирует меня. Я не мальчик, и по какому праву так выступаете со мной? Смешнить я быть не хочу, а вы меня сделали предметом разговора в целом городе. Вы знаете мое отношение к любимому. Я уже говорил вам, что между бумагами, которые остались после него, я нашел несколько ваших писем. Я предлагал вам их получить от меня за некоторую услугу. Стоило только вам убрать вашу гордость и согласиться, письма оказались бы у вас, но вы отнеслись ко мне с презрением, так что, извините, я решился передать эти письма вашему мужу. Вот это благородно. Фу, какая мерзость. Да все равно, надо же было когда-нибудь с этим кончить. Хороши у нас мужчины. Да, не один он, все таковы. Тем лучше, по крайней мере, объясните твоему мужу. Еще не приезжал? Нет, еще. Где портфель? Правильно. Что случилось? Вы толку можете объяснить? Попало на нас. И что? Открылись упущения, недостачи, суммы, разные злоупотребления. И что нам теперь? Что нам теперь? Под суд нам теперь! Вот что нам теперь! Пришла расплата. Ай, черт, а! Да ладно. Я-то сбоку припеку. А вот Аристарх Владимирович вынужден будет отвечать за все это всем своим имуществом и предстать перед судом за открывшиеся якобы проступки. Хорошо, пришла расплата. Так, черт. Если станут искать, так, пожалуй, что-нибудь найдут. А может, и не найдут? Да? А может, и не найдут. Ай, боже мой, я так думаю, по нашим сегодняшним строгостям отставят, да и я буду бедствовать без куска хлеба-то, а? Да вам кажется, до этого далеко. Ах, не черт. Говорите ерунды. За что нам все это, а? За гордость? Какая гордость? Просто за взятки. Взятки? Да. Ой, взятки. Взятки что, маловажная вещь, многие берут. А? Судьба, она же все равно, что фортуна. Вот ради чего добиваешься благосостояния? Трудишься, приобретаешь имущество, взлетаешь в мечтах, и вдруг на к тебе! Доктора надо послать, с ним в присутствии плохо сделал. Какое лицемерие, какая гнусная ложь! Ну, никакой лжи, я вас жалею, как несчастного человека, ни больше, ни меньше. Вы не имеете права мне говорить о моей совести. За что я разорен? Почему? Спросите у вашей совести. Вы не имеете права о ней говорить. Юсов. Да? За что я погиб? Превратность, судьба. Какая судьба, Юсов? Сильные враги, вот причина, вот что погубило мое благополучие. Да, 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 да. Зависть, она может человека на что угодно подвигнуть. А, и это меня бесит, а те враги, которые завидуют моему благополучию. Сударыня, мне необходимо с вами поговорить. Вам угодно. Мне угодно сказать вам, что вы развратная женщина. Да, смотрите, кому не люди. За что вы меня оскорбляете? Вот доказательство моих слов. Если я виновата, то перед собой одной, а не перед вами. Если бы вы имели сердце, вы бы чувствовали, что вы меня загубили.
Вы не имеете права оправдываться передо мной. Вы сами во всем виноваты. Нет, вы виноваты. Вы кинули мое отвращение к вам. И несмотря на это, вы купили меня за деньги моих родственников. Чего же вы от меня хотите? Вы моя жена. Не забывайтесь. Я вправе требую от вас выполнения вашего долга. Но свою покупку вы замаскировали браком. Если вы чувствовали во мне отвращение к вам, вы спешили ко мне с каким-нибудь дорогим подарком. И тогда уж подходили смело, с полным правом. Что же мне было делать? Я покорялась. Вы же мой муж. Но что было со мной, когда я узнала, что даже деньги, которые вы тратите на меня, не ваши, приобретены нечестно. Замолчите! Извольте, я замолчу. Вы уже довольно наказаны. Но я буду продолжать о себе. Говорите, что хотите. Вы помните, как я боялась общества, как я дичилась его? Вы меня ввели в круг вашего общения насильно. А там я встретила любимого. Вы помните его? Как чист, как умен он был. Как горячо спорил с вами. Как говорил вам про всякую ложь, неправду. Он говорил то, что я чувствовала. Я ждала от вас возражений, но возражений от вас не было. Вы лишь клеветали, за глаза выдумывали гнусные сплетни. Мне осталось только одно – полюбить его. Так вы и сделали. Я его полюбила. А вы достигли своей цели, вы погубили его. Его смерть на вашей совести. Больше я вам ничего не скажу. Вы не услышите от меня ни капли упрека. Говорите, что хотите. Я теперь бедный человек. А бедные люди позволяют своим женам ругаться. Тебе чего? Пришел место просить. И он, неужели? Решил посмеяться над дядей. Дядюшка, я, быть может, оскорбил вас. Простите меня, я не должен был. Вы же все-таки мой родственник. Ну что тебе нужно? Говори, говори. Дядюшка, я очень беден. Понимаете? Ну? Для меня бы стало, но моя жена, которую я очень люблю. Позвольте мне опять служить под вашим начальством. Дайте мне место, где я мог бы приобреть что-нибудь. Подоходнее. Что? Подоходнее. Подоходнее? Да. Подоходнее. Люб. Люб. Смел же на всех перекрестках. Говорил про меня. А теперь пришел к нам же попросить такого места. Молод был. А какой тон был. Какая уверенность в самом себе. Не ты ли говорил, что растет новое поколение образованных, честных людей, которое блюхит нас, опозорит, закидает нас грязью. А я ведь тебе верил и глубоко ненавидел. Больше скажу, я тебя боялся. А что же получается-то, а? Вы честны только до первой встречи с нуждой? Нет, вы не стоите даже ненависти. Я вас презираю! Да я не говорил, что наше поколение честнее других. Всегда, понимаете, да всегда будут честные люди, честные граждане, в конце концов, честные чиновники. Но да мне достаточно одного урока, такого, как теперь. Достаточно одной встречи с благородным человеком, чтобы поддержать во мне твердость. Я могу споткнуться, но не упасть. Преступления я не сделаю. Черт, да мне стыдно, что я у вас! Мне стыдно! Так помолчи и убирайся вон! Хорошо, пойду. Полина, уходи к маменьке, я тебя не держу. Нет, я совсем не собиралась уходить. Этому всему меня научили. Тебе я не изменю. Чего бы вы думали? Я буду ждать, даже если судьба заставит есть один черный хлеб,
Да, я буду есть один черный хлеб. Я буду ждать. Я буду ждать того времени, когда взяточник будет бояться суда общественного больше, чем уголовного. Я задушу тебя! Тетя! Тетя! Я сам приехал. Доктора! Доктора, ему плохо! Тихо! Аристарха Владимирович, ему удар! Доктор, позовите, доктор! Вакансия! Управляющий делами канцелярии! Доходное место!